целом впечатление позитивное, потому что мы очень много делали чего-то, ну, скажем, непривычного. Наверное, даже не так привычного, но не совсем привычном формате. Вот. Да, это интересный формат. За 3 дня придумать что-то, успеть реализовать и, собственно говоря, презентовать. Такой выход из зоны комфорта. Очень важно, что, во-первых, мы поработали с людьми более тесно, с которыми планировали поработать, да, и поняли, как они себя ведут в команде. Вот, нам то очень, в принципе, понравилось, да, взаимодействовать с этими людьми. Вот, мы получили результаты, которые получили все, вы их видели. Ну вот, исходя из того, что мы видели, да, я бы, наверное, посоветовал не бояться и не тормозить, долго не запрягать. Мне кажется, вот эти 3 дня были посвящены именно этому, потому что мы сделали то, что обычно в рекламе там для клиентов делают месяц, мне кажется. 3 дня и 2 ночи, это очень важно сказать, потому что по факту проект мы сделали за 1.5 дня. Ну да, то есть вчера вечером мы начали его делать, сегодня мы его запустили с утра, по факту.